В раздолье всей семьей и каждые выходные. Кристина Шершнева живет недалеко от парка. Помнит те времена, когда на его месте был только лес. Мы смотрели, даже когда устанавливали еще первые площадки, еще пахло резиной. Вот, поэтому мы всегда с маленькой, с старшей приходили, тогда еще с одной дочкой. Прошло 5 лет, дочерей уже 2. Варваре Шершневой 8. Она всего на 3 года старше любимого парка. Юная поклонница прогулок на свежем воздухе пропустить первый юбилей не могла. Праздник ждала всю неделю, готовилась. Процветание, чтобы было много посетителей, чтобы было все хорошо и чтобы он долго-долго простоял. У Натальи Адриановой тоже 2 детей. В парке Раздолье впервые. Приехала специально для празднования юбилея. Путь проделала неблизкий, из соседнего Красногорска. Очень нравится, красиво, все так ухожено. Для детишек много всего, здорово. Красиво, а еще очень насыщенно. Раздолье не только в названии парка, но и в праздничной программе. Концерты, мыльные шоу, мастер-классы, полоса препятствий и яркий аквагрим. Красивый рисунок на теле делали как взрослые, так и дети. Вот такой, смотри, есть. На ручку. Нравится такой? Сделаем? Делается небольшая такая основа, светло-розовая, там светло-голубая какая-нибудь. И на ней накладываются блестки, соответственно, и рисуются всякие цветочки, бантики, те же облачка, к примеру. Ну, что такое вот маленькое и повторяющееся. И, конечно, не обошлось без аниматоров. У развлекательной зоны клоуна Эрни аншлаг. Самое сложное – отыскать самого грустного и развеселить его. Потому что сегодня все здесь веселые, все здесь сегодня на самом прекрасном вайбе. По словам организаторов, без подарков никто с праздника не ушел. Воздушные шары, сладкая вата и попкорн. Самым активным гостям аниматоры выдали специальные сертификаты. У нас есть сертификаты. Самый лучший, самый активный человек, самый быстрый, получает сертификат на бесплатную еду в домике. День рождения отметили с размахом. Впрочем, и после в Раздолье скучно не будет. Еженедельно сотрудники парка придумывают для посетителей что-то интересное. Карина Еряшева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».